23 февраля в 13 часов в Музее техники Вадима Задорожного пройдет военный парад с участием боевых машин прошлого, включая легендарные танки Т-34 и Т-26. Кроме того, будут работать серые три фотозоны. Гости смогут поучаствовать в разборке и сборке автомата Калашникова и отведать солдатский обед на полевой кухне. Начало праздничной программы в 10 часов. Вход в музей для детей до 14 лет в сопровождении взрослых свободный.